Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня первый тест после прокачек нашего аккаунта Волны АК. Хочу попробовать потестировать немножко героев. Все-таки мы их подкачали. Посмотреть, что в итоге у нас получится. Правда, по поводу сборок пока не знаю. Надо все-таки супер питомцев ставить и делать, наверное, максимальные прокачки, потому что с такими прокачками, я не знаю, судя по основе, будет сложновато пройти, но мы, по крайней мере, хотя бы попытаемся, попробуем посмотреть, что у нас в итоге получается. Такс. Однозначно у нас будет бардик вместе с Феном, такой вариант. Сейчас насчет Фрей еще не знаю. Так, оккультист есть, Феникс есть, отлично. В этой стороне у нас будет Зефир с воодушкой. Я надеюсь, воодушевление у нас есть, отлично. Я буду всем пробовать ставить супер пэтов. Ну, они хоть и не прокачаны, они все равно больше пользы дадут, нежели такие герои. Так, оккультист, сюда, сюда. Огник у нас был вообще в этой стороне. Попробуем. Такой вариант огника. Ну, конечно, это не идеальные варианты по героям, но хоть что-то попробуем. Так, Фрейка у нас будет здесь. Фрейку мы тоже поставим. Львицу. Ну, я вам показывал уже здесь вариант, когда героя даже минимальный супер пэт, его скилл, он все равно бьет там процентуально, станет и прочее. То есть в этом весь плюс. Так, сюда ставим тоже воодушевление. Так, еще у нас получается Варжея, да, некуда придвинуть. Надо кого-то поменять и поставить Варжея. Может, Фрей убрать. Поставить Варжея. Ну, сейчас попробуем разные варианты. Раскидываю здания по максимуму. Так, где-то плюс-минус. Так, попробуем кинуть. Надо все здания пораставлять. Шире у вас здание будет, чем проще будет потом. Здания у нас не максимальные. Башен у нас, кстати, вот одна башенка второго левела. Поэтому здесь тоже будут нюансы, но мы хотя бы, по крайней мере, потестируем, попробуем. Дальше будет видно, что делать. Такс. Такой вот вариант. Ну, я думаю, тут надо все-таки однозначно вместо Фрея пробовать Варжея. Ну, давайте первый заходик тестовый просто пробнем. Такой вариант. Ну, что-то у меня очень большие сомнения по этому варианту. Такую Фрей поставим тоже воодушевление. Так, отлично, поехали сливаться, первый тест. Так, волна АК. Интересно, сколько мы продержимся. Я, в принципе, шансы довольно таки неплохие, так как у нас есть Ли, самое главное демона быстро убивать. Так, я понял. Вверх у нас убрали полностью варианта. Да.
Что-то я, походу, психанул с волной АК. На основе там максимальной прокачки суперпэты здесь, конечно, посложнее. Но попробуем сейчас убрать все-таки. Попробуем убрать, поставить сюда ворожея. Ворожея сделаем тоже непростого, чтобы он быстро не сливался. Вот такой вот вариант. Ну, тестировать надо. Без теста мы однозначно ничего не сделаем. Так, есть. Поставили вордушку. Так, где-то мы его спрячем сейчас подальше. Немножко попрячу. У нас еще и не все здания, поэтому тут такое. Шанс слива, как обычно, максимальный. Так, ну с ворожаем получше будет однозначно. Вопрос только один в демоне. Этих, по-моему, разбираем без проблем. Такс. Ну, пока держимся. Первая волна. Половина здания еще жива. Но сейчас, наверное, если он добьет юнитов, то будет реально жесть. Тут еще один вопрос. Вопрос от хила. Может, кстати, попробовать... А, хотя говорю, попробовать божество. У нас его здесь нет. Ладно, пробуем. Так, где мы наубили? В принципе, лис режет от хила. Этого должно хватать. 1.38 на К1. Так, смотрим дальше. Ворожей пока живой. Да, жестко. Что-то очень жестко. Хотя лис держится еще. Да, не вариант. АК2 это потолок. Походу. Для нашей расты. И для наших героев. Хотя герои прокачаны на 30-е прорывы. Но надо еще поработать будет над чарками и над созвездиями. Потому что без них тоже... суперпэты, без суперпэтов тоже никуда. 30-й прорыв этот слился просто так. Да, надо всем ставить СС-ки. Без СС-ок, к сожалению, тоже не ахти. Один прошли, дальше. Дальше вряд ли мы что-то сделаем. Хотя шансы, конечно, есть, но вот АК-2, у нас тут идут зефиры, тут надо огненки однозначно ставить. Без огненки не вариант, просто тупо сливают. Так, хорошо, еще какие варианты? Какие варианты, кого поставить? Фрея, конечно, она быстро будет добивать. Можно попробовать вместо огника. Так вот еще разок закинуть. Надо нам однозначно ставить башни. Без башенок, не знаю, интересно, конечно, без башен пройти, но видите. Это та же самая история, которая у меня была на моем основном аккаунте. У нас какого-то героя по-любому демон сливает. В данном случае это опять же та же самая Фрея. А вариант ее попробовать собрать на уклонение. Переролить чары. И попробовать еще раз. Ну, АК-1, АК-2. Плюс-минус. Дальше. Дальше все. Нас просто тупо разваливают. Однозначно, просто 30-ми прорывами, вроде относительно такими прокачками неплохими,
Не вариант. Просто тупо не вариант. Хоть и все герои 30-го прорыва. Надо будет перекачивать героев под волну, потому что другого варианта я пока для себя не вижу. Хоть у нас и дамага вроде хватает. Но лису разобрали на изи просто. Хотя лис самый топовый с этих героев по прокачке, по уклонению, по всему. Но ему надо тоже ставить, скорее всего, огненку, потому что вторая волна для нас нереальна. Есть, конечно, вариант один. Поставить Мэри, попробовать сейчас. У нас еще одна попытка есть. Но, правда, без лисицы не знаю, или мы сможем пройти на вторую. Поставить Мэри, на ней будет отражалка максимальная. Ну, в принципе, на Варже то же самое. Как вариант попробовать. Я просто поставлю Мэри. Поставим сюда другу. Такой вариант. Ради интереса хочу посмотреть, что же будет все-таки с зефирами, так как они сливаются обычно очень хорошо. Да, попыток у нас уйма. Ох, красиво. Знаете, мне она нравится все больше и больше. Правда, у нас отхила нет. Но отлетает все очень чудесно. Просто тупо обратки бешеные. Правда, у нас уже половина героев слилась. Но посмотрите, как на ней сливается обалденно. Возможно, божество здесь тоже будет очень круто смотреться. Развалили все здания. Ну, не знаю. В общем, есть к чему стремиться. И, в принципе, это интересно, что не все так легко, как на основном аккаунте. То есть, надо будет все-таки пошаманить немножко над прокачками героев. Потому что у нас по чарам на героях пока что все печально. Я специально сделал тестовый вариант. Попробуем. Ну, здесь вот лист нормальный со всех героев. Остальные надо их полностью менять, перекачивать и тестировать. Но этот тоже еще более-менее нормальный. Ворожей. В принципе, тут относительно нормально, но надо все-таки работать над уклонами и прочим. Пробовать такой вариант. И потом уже, как последний вариант, я хочу попробовать не качать здание, а попробовать таким вот вариантом. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.